На Ставрополье начинает действовать новый региональный закон о поддержке участников спецоперации. Документ подписал Владимир Владимиров. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале. Глава региона также пояснил, что действие закона распространяется на период с 1 января 2023 года, а по ряду пунктов на период с начала СВО. Система поддержки остается непрерывной. Отмечается, что все меры поддержки участников спецоперации, которые были приняты в прошлом году, продолжат действовать и в этом. В Невинномысске стартовал капитальный ремонт третьей школы. В образовательном учреждении обновят кровлю, фасад и внутренние коммуникации, сообщили в региональном министерстве образования. Также закупят мебель и учебники. На время ремонта учеников переведут в соседние учреждения. Работы проведут в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». В Невинномысске в этом году отремонтируют полуторакилометровый участок дороги на улице Шевченко. На отрезке обновят покрытие проезжей части, обустроят бордюры, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В поселке Чеграйском строят врачебную амбулаторию. Там разместятся кабинеты терапевта, заведующего, стоматолога, а также процедурные комнаты, сообщили в региональном Минздраве. Также закупят мебель и оборудование. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.